Германии. Мы соберемся вновь! Обязательно! Да! Я не считаю, что это противоречит закону Российской Федерации и международному праву. Это нормальная вещь, это нормальная процедура донесения мнения граждан, в данном случае Республики Коми, своего мнения до высших должностных лиц. Гапликов на протяжении там, почти целого года не уделяет абсолютно никакого внимания, значит, проблеме ШИСа, который был посвящен согласованный митинг, да, который проведен был в Мичуринском парке. Абсолютно никаких реакций с его стороны нет. Заверение некоторых депутатов о том, что Гапликов в курсе этой проблемы, не добавляет нам никаких плюсов в решении данного незаконного строительства, да, в прекращении данного незаконного строительства. Поэтому, естественно, Гапликов виноват в том, что, значит, народ Республики Коми бунтует активно. Занесу, постараюсь занести это в администрацию главы, для того, чтобы передать должностным лицам.